Открытие памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве проходило в полузакрытом режиме. Полиция и сотрудники ФСО пускали на церемонию по неким спискам. Простым гражданам и неприближенным журналистам пришлось любоваться церемонией из-за заборчика. Это полностью отвечает интересам двух государств. Открытие памятника вызывает торжественные чувства не у всех. Ряд общественных активистов, местных жителей и муниципальных депутатов района пытались не допустить его появления. К нам обратились жители района, собрали более 124 подписей живых. Также было собрано более 7 тысяч подписей в интернете против установки этого памятника. Мы надеемся, что всенародно избранный мэр буквально недавно, если мы соберем достаточно большое количество подписей москвичей, примет решение по той воле, которую дадут его избиратели. У противников вызывает недоумение, почему в Москве решили увековечить память столь неоднозначной политической фигуры Узбекистана. Есть две причины. Во-первых, историческая застройка, совершенно не вписывающаяся в ее орнамент этот памятник, имеет такую кладбищенскую эстетику. И второе, многие жители района считают господина Каримова диктатором, который боролся против своего народа и в том числе искоренял русский язык. Было большой исход русскоязычного населения, поэтому установка памятника в России такому человеку является достаточно спорной идеей. Ислам Каримов умер в 2016 году от инсульта. Он руководил страной более 25 лет. Оппозиция обвиняла его в пытках и преследовании. При нем происходили расстрелы демонстраций, в том числе и трагические события в Андижане в 2005 году, а также радикализация исламских движений в Узбекистане. Каримов как раз подготовил почву для рождения радикальной оппозиции. Людям не оставляли другого выхода. То есть они вынуждены были радикализоваться, чтобы спастись и физически, и в политическом смысле. Противники появления памятника Исламу Каримову намерены и дальше собирать подписи под обращением с просьбой убрать памятник из центра города. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.